Бонжорно, господи, меня мухи атаковали. Блин, что такое? Меня атаковали мухи. Всем доброе утро. Добро пожаловать в новый влог. Блин, я иду махаю, меня мухи. Мухи кусают, на меня прыгают мухи. В общем, а мы поехали. Сегодня с утра не на пляж, а в город Лечи. Это в скольких километрах от нас? В общем, 50 минут на машине. Мы этот город проезжали, когда ехали на нашу виллу. Это какой-то старинный город, очень красивый. И, в общем, мы решили погулять немножко по городу. А на пляж уже поедем вечером. Побудем сегодня туристами. Не помещается мне. Не помещается. В общем, это арка Неаполя. В честь Неаполя сделана эта арка. И, в общем, собственно, мы туда идем. Ева, дай маме ручку. Только что полы намыли, машинка проехала. Частенько не подсказнись, дочь. Не знаю, я на всех инструментах слышу. Ну это как пианино. Так, мы пришли. Это кафедральный собор Лечи, и там свадьба. Я сняла кусочек. Так прикольно, они приехали на этом, на Феррари. А вот это свадьба, свадьба. Такой красивый. Ладно, там вот в него, ну, куда, в собор этот заходят, и свадьба там у них, и туристы, короче, все вместе. Так прикольно. А, туристы эту фоткают. Феррари, все около машины фотографируются. Надо мне тоже пойти сфоткаться. Я вам сфотографировать около свадебной машины? Нет, давай на ступеньках красиво сфотографирую. Да? Такие цветы, украшено, все красиво, классно. На паровозике можно такую экскурсию сделать. Тут у каждого здания практически какие-то эти статуи. Окна такие большие тоже. Потолки, вернее. Здесь весь дом в цветах. Такой квадратик и все в цветочках. Посмотри наверх, Ева. Видишь? Там у людей цветочки. И там. Ходили, бродили, искали амфитеатр. Нашли. В принципе, недалеко тут был. Вон, но он такой не очень большой, да? Ну, я не знаю, каких размеров должен быть, но... Что это за театр? Амфитеатр, Ева. Да. Ну, это давно делали, выступали. В Древнем Риме здесь происходили... Не знаю, что тут происходило. Выступления различные. А теперь это просто культурный памятник. Такой интересный городок, красивый. Посещению один раз можно. Есть что посмотреть. Очень много достопримечательных мест, улочек. Интересный городок. Вот, мне кажется, все такие города. В Европе, в принципе, да. В Италии здесь вообще в каждом городе можно что-то интересное найти. В Германии то же самое. В центре всегда все красиво, интересно очень. Через парк решили пройти.
такой парк классный. Прям зеленый, так чистенько, ухоженно все. Там фонтанчик, там вдалеке детская площадка. Мы на детскую площадку не пойдем, потому что там жарко очень уже. Вообще мы идем уже в этот, Макдональдс. Такая водичка голубая. Ой, так хорошо у водички. Как красиво, да? А здесь можно пройти. А, тут вот как идет, интересно, прикольно. Когда жарко, здесь можно прятаться. А здесь мостик. Мостик и еще. Я не знаю, слышно или не слышно. Ой, не упасть бы. Зарисовали паразиты дети, да? Такая красота. Здесь красота. И здесь красота. Да. Здесь на деревьях гранаты растут. Да, это же гранат. А может и нет. По-моему, он. Вот ты что? Сидят воробьи, мультик смотрят. Да, чтобы никуда не разбегались, а то сразу же надо ловить. Его, ладно, еще как-то можно удержать. Но Миша все, бежит сразу, сломя голову. Неизвестно, куда бежит. Куда-то надо бежать, а куда неизвестно. Нас... В общем, Макдональдс, да? Макдак как Макдак. Он играет на ведрах, на простых пластиковых ведрах. Все так прикольно. Так классно играет. И вот там просто музыка такая включена на фоне, он на этих, на простых, на пластиковых бедрах, на больших и маленьких. Прикольно, Мишка такой танцевал. Чем покушали? Ну, вкусно, я люблю Макдональдс, мороженое я там съела. Какой-то мороженый Сникерс, какой-то ролл, соленый для меня очень. Ну, Макдак я не люблю. Вот так, за компанию поела. Нет на ней ничего. И все, мы возвращаемся, уже домой прогулялись. И... Муж хотел еще в один город заехать. Я говорю, куда? Миша спать хочет, никаких городов. Все, домой. Жалею дитя. А Мишка едет яблочки, грызет из Макдональдса. Молодец. Прям вот эти вот дольки я ему даю, и он прям кусает, кушает. Видите, какая пешеходная дорожка большая. Но все ждут. Пока машин нет, тогда проходят. Машины здесь не пропускают пешеходов. Ева, папа мчала, так мама хочет ее снять, но ты тоже бежит. Ну что, расскажи свои впечатления, нравится тебе? Да. В Италии нравится? Угу. Такая улица классная. Ева, ты прям этот, как, в атмосферу этой улочки. Такая она. Атмосферненькая Ева. Смуглянка. Ева смуглянка. Ева, стойди там. Ева в сторонку. В общем, едем домой. И смотрю, такая туча черная-черная. В общем, и написала нам хозяйка нашей виллы, что у нас там сильный шторм, нет электричества и нет воды. Да-да-да, Михаил у меня спит. Дождик идет, тучи, молнии. Не знаю, что там у нас на вилле. На вилле нашей. Надеюсь, не страшно. Такие мощные, тоже как у нас. Да. Вот и дождь, у нас тут сверкает, моргает, дождь такой прям. У нас столько вещей на улице. Ветер, а у нас там вещи на улице, в общем, все постирается еще раз, помоется. В общем, мы тут плывем на машине, это звездец. Он прям заливает сразу автобан, такие лужищи. Да? Машину как раз мыть не надо, если она грязная. На улице такой дождь, такие страшные погодные условия. Мы едем, и на дороге вода стоит вот так вот наверх.
папа пошел в магазин, мы в машине остались. Едем домой, уже вон, видите, вода спускается. Вот поэтому мы сейчас проезжали, там такая была эта лужа. Сейчас будем подниматься наверх. Я уже говорю, ехать по страшной веру, ехать по-нормальному. Потому что неизвестно, что там. По-нормальному. Конечно. Мы не можем попасть на виллу. А ворота электрические. Не знаю, что делать. Мы в западне. Мишку положила, уложила. У нас такая тень. А что ты закрыл там это ставни? Муравьи. Короче, у нас темень. Света нет. Воды нет. Ева играет, да, на планшете. Но холодильник работает, хотя электричества нет. У нас, короче, такая штука есть с собой. Но это нам друг дал. Друг наш дал, Андрей. Короче, вот такая вот фигня. И она дает электричество. И мы сейчас приехали. Мы приехали, он подключил холодильник. Вот так вот, как повезло, да. Спасибо, Андрей. Что делать теперь? Ничего не работает. Даже влог не помонтировать, мне же ничего не перекинут. Сильно живо разлагаемся. Покажу вам, как нас тут залило. Ведь на улице. Ну, уже подсыхает. Но было стол вот залило тут все. Дождь такой был очень сильный. Муравьи сразу понабежали, муравьишки. Уже, ну, подсыхает. Вода уходит, вернее, впитывается. Но дождь такой знатный был. Я даже напугалась, потому что мы едем прям где-то столько воды, а то и больше на этом. Ну, на автобане. Ну, как на автобане, на дороге, на вот этой, да? На асфальте. И прям вот так вот. Не знаю, что там снимал, короче. И молния. Молния такая, прям аж такая жирная. Такие раскаты сильные были. Если бы мы были бы здесь в доме, я бы, наверное, вообще испугалась еще больше. Потому что здесь такая местность открытая. И море рядом. И, ну, я не видела такого шторма сильного никогда. Здесь, наверное, было прям вообще буйство. Что-то спать захотела. Пока с Мишкой сейчас лежала, спать захотела. Сейчас бы кофеечка выпить. Кофея нет, поэтому выпьем бокал просека, да? Хотела сказать, у меня там видео стояло в этот, выгружалось видео на Ютубе. Видео на Ютуб выгружаются по 2 дня. Больше суток, по 1.5 дня. По 1.5-2 дня выгружается видео. Здесь очень плохой Wi-Fi. На Рутуб я выгружала видео 2 дня, и в итоге оно так и не загрузилось. Так что Рутуб, я не знаю, когда я буду выставлять на Рутуб, а так только на Ютуб, и то, не знаю, тут стресс для меня сплошной. Смонтирую, а выгрузить никак не могу. Муж купил мне фисташковое мороженое. Да. Это не мое. Мишка, давай, отбивай. Оп, играет с папой. В теннис играет. Муравьев ходит, давит. Такие муравьи огромные. Вот так, да, 2 ручками держи. Давай, Миша. Давай. Давай. Так, оп. Ой, давай, бей. Вот, давай. Миша у нас на улице гуляет. Самостоятельно, да, Миш? Угу. С игрушечками играет, такой дверь закрыл. Ню-ню-ню, говорит. Ню-ню-ню, не падайте, да? Ню-ню-ню. Да, вот так вот у него такие игры. Свет у нас появился. Я такая вся блещу. Ну, пофиг. Свет появился, мы лежим, разлагаемся. Ну как, свет-то дали, а мы сидим, мы не знаем. Тут, оказывается, нужно было этот запускать, генератор, или что там, пробки выбило, или что. Сосед пришел, мы такие слышим, кто-то там крадется. Вот. И сосед пришел, нам все сделал. У него ключи есть от виллы, ну, от этого, от двери, где сосед. Хозяйки комната, здесь ее мини-комната, мини-что тут у нее такое есть. Случки живет. Ню-ню-ню, говорит. Игрушкам. Вот, нам все запустил. И так прикольно, у него этот. У него есть сын. Он спросил, откуда мы. Вот, и у него сын в Перми. Он познакомился с женой в Риме, а она из Перми. И уехал туда, в Пермь, к жене. А у хозяйки сын в Екатеринбурге живет. С Анастасией, да, я говорила.
Вот так вот. Наши русские девчонки расхватывают итальянцев и везут к себе в Россию. Вот, а я что? Я вот лежу-лежу, отдыхаю. Кофе напилась, просека напилась. Лежу, отдыхаю, потом ужин буду готовить. Сейчас пока помонтируем. Этот влог все никак не может смонтироваться. Помонтируем следующий. Мишка играет так смешно. Мы хотели идти на этот, на пляж. Ну какой там пляж? Там все смыло, там все сырое. Все грязное, наверное. Что на ужин? Паста с наггетсами. Ну, это они уже поели, да? А у меня, я вчера готовила, но и не снимала. В общем, смесь у меня здесь, да, бобовая. Замачивала, потом отваривала. Вот такая вот. Здесь различные бобы. Белок, так называемый. С чем? С коктейль. Морской коктейль у меня там был, я покупала. И добавила еще смесь, где там капуста различная, да, брокколи. И свежий салат сюда добавила, авокадо и помидорки черри. Потому что я немножечко пересолила. С этой солью не могу обращаться, что-то слишком пересолила. И добавила так свежий овощ сюда же. Цвет такой желтый, ну какой есть. Стараюсь питаться, конечно, я более-менее нормально, но эти булки, эти мороженые, муж едет покупать себе, и чтобы меня не обделить, у меня голова грязная, сейчас пойду мыться. Пойду мыться в уличный душ. На улице душ у нас будут там мыться. А вот. И он мне покупает все это вкусненькое, и я не могу себе отказать. Поэтому приедем мы с плюсиком. Ну, что делать? Что делать? Отпуск дело такое, да? Будем скидывать потом в сентябре. Я не знаю, видно мне, не видно. В общем, так хорошо на улице принимать душ. Сейчас уже темно. Темно. Ну, сейчас подожду уже Мишку спать укладывать, волосы посушу чуть-чуть. И так хорошо, такой контраст. На улице вроде как будто прохладно, и под горячим душиком такой, на контрасте. Как будто контраст на душ принимаешь. Так классно. Возле меня всякие насекомые там ползают ночные. Эти, которые, знаете, это сороконожки такие. Они такие огромные по стене, прямо около меня там ползают. Какие-то жуки. Сейчас геккошки наши активизируются. У нас там два геккона, один побольше, один поменьше. Я показывала в каком-то ролике. И они все время на ночь вылезают и начинают. В общем, все жители со мной мылись. Так классно. Я не знаю, этот маленький получился на ролик. Я, наверное, продолжу его завтра уже. Продолжу, наверное, завтра, да. А мы пойдем уже спать, укладываться. Всем спокойной ночи и до завтра. Бонжорно. Всем доброе утро. Ева там сзади идет. Мы на пляж. С утра на пляж. Ветер такой был с утра, холодно. В 7 утра было холодно. Сейчас уже 9:20, уже хорошо, уже солнышко. Машин мало. Всем привет. Всем привет, да. Доброе утро. Бонжорно, да, Ева? Я иду с зонтом, он мне падает. И, в общем, да что ж такое-то, момент. Вот, машин мало, парковочные места все свободные. И там мимо пляжей проезжаем, там тоже... Ну, не так много людей. Мы, в общем, пошли на тот пляж, на который мы все время обычно ходили, рядом с домом, да. Но не на каменный, а на песочный. На каменный, говорю, нет. Вот. Все разъезжаются, каникулы заканчиваются. Завтра последний день лета, да. Очень жалко. Очень жалко. Скоро 1 сентября, но мы в школу 9 сентября. Я уже говорила, да. В нашей земле так, в Германии. В Нюрнберге. Так что всем там это... Терпение, да, в новом учебном году. Я уже предчувствую, что он нас там ожидает. Ничего хорошего. Такая топ-топ-топ-топ. Я вот такая загорелая, а я нет. Я все никак не загорела. Я мажусь постоянно СПФом, больше прячусь под солнцем. Я боюсь сгореть сильно, да, у меня там кожа такая, знаете, нежная. Муж уже облезает. Вот, ну ладно. Главное, витамин D получаем и получаем. То хорошо. Сейчас посмотрим, сколько людей тут. Мне кажется, немного. Ну да, вон сколько свободных. Обычно здесь вот прям вот отсюда начинается, прям на входе, что даже не пройти, не проехать. Вот стоят только вот эти отельные, приотельные, но людей даже нет. Обычно все забито. Очень хорошо. Миш, иди более аккуратно, только с рукавниками. Да, все пустые, пустые. Как всегда, здесь? Да, здесь. На нашем месте. Мы здесь все время, в этой палке. Ну, мало людей, да? Пустые эти. Ну, потом подойдут, мне кажется, все равно еще, но... Но обычно мы приходим, тут уже все забито. Все занято. Люди оставляют вот так вот на ночь лежаки свои. Вот видите, пустые, простые. И потом приходят. Вот стульчики стоят между собой связанные. Это тоже они вот так вот на ночь оставляют, типа... А потом утром приходят, и их место занято. Вот так и не боятся. Так что
такие все умные, но мы так не можем. Мы честные, мы не можем так оставить. В плане того, что что-то утащит, а как-то, ну, некрасиво так занимать место уже с вечера, да, с ночи. Ева, ты расстроила. Мы сейчас так купались хорошо, я сейчас бегала за телефоном. Мишка прям плавал, воды не боялся. Да? Ева, молодец, построила для Миши бассейн. Он пришел, такой залез туда, сидит. Смешной. И вся моська в песке. Молодец, умничка. Только ты здесь будет волны смывать. Опять. Надо было подальше строить. Да? О-о. Но Мишка так хорошо плавал прям вообще. С папой, с мамой. И я поплавала чуть-чуть. Я ошибалась. Все пришли. Все наши пришли. Я уже всех узнаю, кто тут. Кто тут наши. Мы тут все, как одна большая семья, уже друг друга знаем. Так что пляж полный. Лето продолжается. Возвращаемся с пляжа домой. Михаил у меня вырубается. Опять какая-то туча ходит непонятная. Я собралась стирать. А Мишка спит. Сейчас наводу его в кровать. Он весь в песке. Пойти постелить полотенце там хотя бы. С такого ракурса вещать. Из зеркала. Единственное зеркало, где я вижу себя по пояс. Больше никак. Мой животик растет. Не по дням, а по часам. А что? Мишку спать положила. Волосы расчесала. Сейчас пойду стирку делать. Муж у меня поехал в магазин. Я там сделала заказ. Что-то мне надо. Вот. И ему там что-то надо было. Не помню. Покажу, что он купит. И сейчас пойду делать стирку, но на улице как-то странно, очень странно. В общем, опять гремит. Гремит не по-детски. Который день подряд после обеда тут так гремит. Прям так сильно-сильно. Я не знаю, что такое. Типа до обеда солнечно, т.д. Потом гремит, потом опять солнечно. Не знаю, что за такие погодные условия странные. Обзор, что купил муж. Но там еще было еще кое-что. Так, собственно, мясо себе, виноград очень вкусный, йогурт для Миши, он съедает, ну, одну штучку съедает в день. Салатик мне такой, наверное, я его сейчас скушаю. Киви, маслица, еще салат и простые йогурты. Но мне нужен был еще этот, семена чиа, но он говорит, не было. Наверное, не нашел. Еще он взял мясо для кебаб и эти лаваши, но они уже едят шаверму. Вот, потому что я лежала с Мишей. У нас там гремит, так, капает, да? Нет? Там такая туча, прям черная. Очень вкусно, да? Мама хотела супчиком покормить сына, а папа вот шоколадку пихает там, мороженое. Здесь, кстати, очень вкусное мороженое. Миша, иди будем супчик кушать. Миша! Смотрит там. Папа смотрит, там папа дом строит все. Вообще целое мороженое сел, а тут гремит, все гремит. А супчик кто будет кушать? Мама, да? Такой сладун забрал. Забрал у него мороженое. Такое поцеловал его. Вот целует. Что, типа, спасибо, папа, за мороженое. И кушает довольно. Ммм, да? Как вкусно, Миша. Ой, вкусно. Видели, как Марк? А, Сара. Не надо. Сам кормишь, вот теперь корми. Мне не надо его теперь. Я пошла. Вот он же ты. Спрятался такой. Это мое. Это у нас труба 60 на 40. Ну, угощает, молодец. Спасибо. На шарике сидит. Языковый закон. Да. Верченые? Все, выключили свет. Представляете, гром прогремел, гроза, и сразу выключают свет. Замечательно. Опять у нас романтик. Дождь не обещали. И вчера тоже не обещали дождик, и сегодня. Посмотрите, какой дождь. Не знаю, видно, не видно, так красиво. Мишка куда пошел назад? Идет прям. Вот это дождик, прям стеной. Эй, уйди оттуда, Миша с тобой идет. Ева, не мочись, пожалуйста. Да я? Да. Я ну, тепло, такое теплое. Я сейчас побегала тут под дождем. Дождик? Да, скажи дождь. Да, дождик-то, да, умничка, молодец. Взял веточку, сел на стул,
Уже вторую виноградину сам ест. Сам отрывает от веточки, а когда я дала, он выблевывал. Залез сам. Давай, сам отрывай. Но он сладкий, вкусный. Еще такую большую берет. Давай, давай сильнее. Давай. Давай, давай, давай. Вот такой сильный. Такую большую будешь жевать, Миша? Маме страшно. Да большая. Давай маме. Бери себе маленькую. Да маме. Давай, спасибо. Бери маленькую себе. На. Угу. Он жует. Ты моя умничка. Виноградик кушает. Молодец. Ей видали виноградину, она через рвотный рефлекс во рту таскала, таскала. Я не знаю, сколько таскала. 20 минут таскала. А во рту кое-как разжевала, проглотила. 10 литров воды выпила. Говорит, я заслужила мороженое. А это вот, пожалуйста, чудо наше кушает. У нас вечер. Сколько там? 5:30, наверное. Гроза закончилась, ливень закончился, дождик. Мы поехали на ближайший пляж. Муж будет кататься, Миша в камнях, как обычно, в общем, проводить наш вечер. Я одела юбочку. Миша, ку-ку! Миша, ку-ку! В общем, мы едем по нашей обычной проселочной дороге. Здесь такая лужа. Мы сегодня возвращаемся, когда с моря. Она была не такая большая, она была еще после вчерашнего дождя, а сегодня опять уже море, океан. Где никого нет. Совсем мало, совсем мало. Все сидят дома. Навряд ли дома, конечно. Кафе. А мы вот на море. У нас одна программа. Море, дом, дом, море. Море, дом. Все. Вот весь контент. Наш отпуск. Всего вам красивого моря. Солнышко будет скоро садиться. Ну, здесь классно, мне нравится. Мишка только сидит. Я уж купаться сразу же, с разбега. Михаил у меня в камнях своих любимых. Ева к нему тут отключилась. Я не купаюсь здесь, потому что здесь такое дно опасное. Тяжело мне с ним вместе. Я боюсь поскользнуться, упасть, в общем, такое. На песочке, да, мы с ней накупались. Я сижу тут вот, сижу на стульчике. Наслаждаюсь видами. Муж у меня там плавает. Яблочком. Идите, идите. Ева, аккуратно, пожалуйста. Не ходи далеко. Идите ползать по камням. Чем мне это? Не детская площадка, да? А муж вот там. Где он там? Вот там далеко где-то плавает. Папа с дочерью поехали кататься. Миша на кормлении, потому что уронил себе вот на камень на пальчик. Аж кровь. Вот скачет за Евой, камни большие таскает, и прямо на камень себе на пальчик. Теперь вот тут у мамы. Да? Мистер Сладуновский. Дева там опять папу катает. Подбитый. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where. На фоне этого красивого заката я хочу закончить это видео. Надеюсь, видно этот закат, потому что я себя не вижу. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Как обычно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Чао.